Ай, твою-то мать! Как же бомбануло-то! Меня 100% сейчас все зомби в округе услышали. И они реально тут сбегутся где-то через минут 10-15, поэтому нужно быстренько посмотреть, что там внизу в этой... Не знаю, что-то лаборатории, сваливать отсюда как можно быстрее. Ой, как же меня все тело-то болит. Вряд ли я сейчас тут на машине проеду, хотя бы разведаю обстановку, если там действительно очень долгий тоннель или далеко пилить, то я, наверное, все же сбегаю за машиной и посмотрю, что там. Так, пожалуйста, пожалуйста, только не сбегайтесь уже, я через 10 минут отсюда свалю. Меня 100% все услышали, и этот взрыв реально был мощным. Ой, опять у меня какая-то фигня с ногой. Не рассчитал, не рассчитал я с этим взрывом. Пожалуйста, пожалуйста, никого. Офигеть. Твою-то мать! Идите нахрен! Да не-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 
Охренеть, просто я чуть не обгадил все штаны свои. Сколько их там? 10, 20, 30 зомби? Охренеть, у меня прям в голове все закружилось. А тут... Офигеть просто. Не-не, я... как мне там пройти? Как мне в эту секретную лабораторию пройти, если там просто орда целая зомби? Как мне дальше пройти? Я не могу понять. Все, что я делал, было зря. Вряд ли я смогу расправиться с этими зомби только с одним конченным дробовиком и с винтовкой, где два патрона. Мне даже патрон... У меня вообще нету нифига. Как? Ну как я должен с ними там справиться? Как? С этим дробовиком или с этой винтовкой у меня даже в глоке патронов нету. Что мне делать? Туда я точно возвращаться не буду, 100%. Если мне сейчас повезло, если они меня вот сейчас не съели, то в следующий раз они мне точно съедят. Не буду я туда возвращаться, не буду. Сколько их там вообще было? Это все было зря. Я еще раз повторюсь, это все было зря. Это все, что я сейчас сделал, это... У меня ни кирки нету, ничего я не узнал даже, что там в этой секретной лаборатории. А вообще вопрос, как... Что это вообще за зомби был? Что это за мутант? Зомби был большущий, огромный зомби-мутант в каком-то костюме из бейсбольной биты или... Не знаю вообще, что это вообще было. Какие-то странные там зомби под землей. Реально там где-то рядом 100% должна быть секретная лаборатория. Не зря там столько зомби, не зря там какие-то зомби-мутанты. Все это все меня очень сильно как-то настораживает. Пока я лучшего плана не придумал, как мне очистить свой путь и как мне доехать туда на машине дальше к этой лаборатории, узнать, есть ли там какое-то спасение, может там есть, не знаю, выжившие, может там какая-то секретная лаборатория, где ученые все же пытаются найти какую-то вакцину против этого вируса. Мне остается только думать, искать и найти какое-то решение или придумать какой-то план, чтобы убить вот этих всех зомби. За этим мотоциклом тоже 100% нужно будет вернуться. Ладно, нужно отправляться домой, выспаться. Я уже не сплю где-то третьи сутки. Как же все сложно. Почему все так сложно? Если не одно, то другое. Кто мог подумать, что там будет меня ждать 30 зомби, которые меня чуть ли не съели. Офигеть просто. Офигеть просто. Еще все тело болит из-за этого взрыва. У меня просто слов нету. И чем дальше, тем больше я начинаю сам с собой разговаривать. Я, походу, действительно с ума схожу. Так, стоп! И с самого первого дня. Ты меня... Хорошо, стой там. С самого первого дня у меня перед глазами находились два танка. С самого первого дня... Я каждый день пробегал, проезжал тут, и каждый день у меня перед глазами находились эти танки. Боюсь, если садиться в танк, он меня 100% заметит. Если он сейчас дремает или что он сделает. Так. У меня всегда перед глазами были танки.
Мне, в принципе, даже думать ничего не надо. Если у меня тут танки... Стоять. Если у меня всегда перед глазами были танки, если они в рабочем состоянии, что, в принципе, вероятнее всего, но я могу сказать 100%, там нету бензина. Зато у меня есть бензин. Я же его кучу. Я же его просто целую кучу нашел и спрятал в сундуках дома. У меня же просто целая куча бензина. Ладно, не куча, 3 канистры. На треть заполненные. Этого 100% должно хватить, чтобы проехать хотя бы 0,5 километра на танке. Так. В принципе, это очень даже хорошо. Танк, бензин. Это очень отлично. Танк я 100% смогу проехать. Тот завал, очистить его от всех этих зомби. И может даже на танке добраться до этой лаборатории. Или просто там оставить танки, вернуться за машиной и доехать на машине туда. В принципе, это даже не проблема. Только, я вряд ли смогу просто так проехать на танке без сражения. Мне 100% нужно найти какое-то более сильное оружие, потому что с этим доисторическим дробашом я вряд ли смогу что-то сделать. Я точно с ним что-то вряд ли смогу сделать, поэтому мне 100% нужно найти что-то помощнее. А если я отложу мысли о новом оружии? А если я пойду найду Точно. Если я пойду найду ракеты для вот этого танка, то мне, в принципе, больше никогда никакое оружие не пригодится. Если я смогу найти ракеты, у меня есть бензин, есть танк, осталось найти ракеты, зарядить танк этими ракетами и просто ворваться и разорвать этим зомби все... Точно. Один выстрел из пушки, ракета и всем зомби, хана! Так. Где-то тут 100% был полицейский участок, я помню... тут была пожарная станция. Вот где-то вот тут. Где мой дом? Мой дом где-то вот тут. Я помню, тут... Вот, тут пожарная станция. Тут заправка. А тут, я помню, был какой-то жилой дом. А после него был полицейский участок. Может, даже если там не будет каких-то ракет, я хотя бы смогу найти РПГ с ракетами. А еще лучше, если найду РПГ. Не РПГ, а ракеты для танка. Так, все. Отправляюсь туда. Надеюсь, но вот это, в принципе, можно выложить. Что мне сейчас не нужно, я просто выложу в мой ящик. Заберу потом, когда отправлюсь опять в шахту. Потому что нужно узнать, что же там такое. С4, мне кажется, лучше выложить, чтобы не потерять. Глок. Ты бы был реально полезным, если бы у тебя были патроны. Бесполезное говно. Ладно, полицейский участок. Ты моя десина, последняя надежда. Последняя надежда то, что я там смогу что-то найти. Пожалуйста. Так, мне опять нужно все вокруг ехать, тут же завал. Пожалуйста, хотя бы, чтобы вот этот день прошел больше без приключений. Мне хватило то, что на меня сейчас только что напали 30 зомби. С каким-то зомби-гигантом. Это вообще странно было. Я до сих пор не понимаю, что это было. Почему он был в костюме какого-то солдата, какого-то военного? Плюс тому у него была бейсбольная бита. Зомби поумнели или что? Так, вот тут заправка. Тут заправка, тут пожарная станция. Вот, как я говорил, тут жилой дом. И по идее за этим жилым домом 100%... должен быть полицейский участок. Да, я уже вижу полицейские машины. Так, дальше я вряд ли проеду. Поэтому я выйду вот тут. Даже свет тут светит. Так, если там свет, то... Ой же, как же все странно. Да, действительно, полицейские машины. Так. А это что такое? У меня, походу, после взрыва вообще галюны начались. Или я не понимаю, что это за лазер, или проволока какая-то. Что это вообще за хрень? И куда она по... Так. Вот это уже действительно странно. Почему вот этот лазер, или что это такое, показывает на крышу, где 1, 2, 3 башка, 4 зомби?
у меня или паранойя, или десина, как-то все странно. Везде, все. Все странно. Ох, ладно. Надеюсь, тут меня ничего очень плохого не ожидает. Полицейский участок. Да, тут дверь закрыта, я никак не смогу даже туда пройти. Может, в обход... Точно. Может, я в обход пойду и там смогу что-то найти. Ладно, пускай бегает, пока ее зомби не загрызли. Ай! Никого. Слава богу, хотя бы тут никого нету. Так. О, во! Вот. Разбитое стекло. Никого. Так, сюда я не смогу пройти никак. Двери. Ресепшн, или что это вообще такое? Что это такое? Компьютеры, кровь везде. Слава богу, тут уж никого нету. Пожалуйста, почему у меня мурашки по коже? Так, не к добру это, не к добру эти камеры. Это действительно полицейский участок, тут даже камеры для заключенных есть. Пожалуйста, только не оживай, мне хватило этого бешеного ученого вчера, перед взрывом. Эй. Не, мне кажется, это трупак, 100%. Ой. Да. У него что-то есть в карманах? Я не знаю, есть ли тут вообще что-то полезное. Тут я вряд ли в этих камерах смогу найти какие-то припасы, тем более ракеты на танк. Где я вообще ищу, тупая башка? Так что у него есть? У него заточка есть. Нахрен мне твоя заточка, у меня топор есть. О, мне показалось и... Повседневная одежда. Ой, заключен. Не знаю, пригодится ли мне твоя повседневная одежда. В принципе, можно будет проверить чуть позже. Пожалуйста, еще что-то полезненькое. Слава богу, тут... Там действительно зомби на крыше. Я не знаю вообще, как они туда забрались. Надеюсь, что хотя бы Хорошо, что зомби, а не бандиты. Это меня уже радует. Ай, твою мать. Твою-то мать, да... Твою мать, почему везде зомби в одежде? Что это за... Охренеть просто. Что это вообще за зомби был? Ботинки морского котика. У меня сейчас вообще каша в башке. Какие ботинки морского котика? Кто это вообще такие? Почему он действительно был в костюме военного? Почему у него в руке бита была? Или... У меня вообще... О... Это он, походу, сажал вот этих двух заключенных. А вот этого только недавно сожрал, и он еще даже не превратился. Ой, пожалуйста, будет ли тут что-то, кроме вот этих ботинки морского котика и штаны морского котика? Почему военные, что делают они вообще в полицейском участке? Что они тут забыли, мне интересно? Ой, ладно. Повседневная одежда. Хорошо, что тут зеркало хотя бы есть. Ну такое себе. Да. Мне кажется, не нужно одевать вот эту повседневную одежду. Лучше я одену этот мой бронежилет и вместо вот этих обычных штанов и труселей, которые уже почти порваны, одену вот эти ботинки морского котика и штаны морского котика. Мне кажется, так будет получше. Да. Ладно. О, там вроде был второй этаж. Надеюсь, то, что больше никаких меня вот таких приключений не ждет. Так. Опять мурашки по коже. Я слышу какие-то шаги. И это было на втором этаже. Ой, не к добру это. А, твою мать, так и знал, что там кто-то ходит. В этот раз ты меня не напугаешь, зараза. В этот раз нет. Почему я где-то свинью слышу? Кто-то тут в плену свинью держал? Что тут у нас? Вот где свет, вот... Вот зомби. Если тут свет включен, значит тут кто-то... Кто-то есть или кто-то был. Яблоко. Я опять слышу, как кто-то топает! Или это вот эта свинья ходит? Ой.
так, тут баррикада, туда я не пройду. И там мне почему-то кажется, что идти по кровавому следу, который ведет вот туда дальше, не очень хорошая идея. Если я на первом этаже встретил какого-то морского котика-зомби, мне кажется, тут будет еще хуже. И тут тем более побольше крови. Ой, что тут у нас? Столовая? Вот тут полицейские, да, и питались, как я понял. Ой, пожалуйста, что-то в холодильнике. Да, есть, 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 есть! Биг Мак? Гамбургер? Пиво? Я, конечно, знаю то, что полицейские, в принципе, всегда жирные, и то, что они очень любят пожрать. Но не настолько. Так, тут ничего нету в этих ящиках. Тут ничего нет, ничего. В принципе, вот этого хватит, мне кажется. Ой, тут что такое? Туалет. Так, так, так. Тут никого. 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 Хорошо, можно воспользоваться моментом. Ох, как же я давно в туалет-то не ходил. Чтоб только это никто не услышал. Погромче взрыва того в шахте будет 100%. Хватит. Ой, как же все сложно. Ладно. Отправляемся на крышу. Мне нужно реально отправиться на крышу и посмотреть, что там такое. Надеюсь, тут зомби за углом не будет. Нет. Зато на крыше, может, кто-то будет. Ой, вряд ли тут кто-то будет, если тут все даже... Ой, пролезай уже скорей! Реально, вряд ли тут кто-то будет, если тут все даже паутиной заросло уже. Или что тут вообще? Это еще, мать его, что такое? Это еще что? Что это за пусковые установки? Что это за пулеметы? Что это за ящики с припасами? А, это мой рай! Что это за пулеметы? Охренеть просто! Охренеть! 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 Что это такое? Что это за пусковые установки? Ракеты! Да, ракеты! Так. Что это? Офигеть. Пулеметы. Пусковые установки. Вот что это было. А это еще что такое? Ну, это ноутбук с скрытыми какими-то видеокамерами. Кто тут находился? Они следили за всем городом через вот эти видеокамеры. И вот это что такое? Вот лазер. Вот реально лазер, который указывает на крышу. И там действительно 4 зомби. 100% кто-то жил, но... Или что? Это полицейский участок. На крыше куча всего добра. Пусковые установки. Пулеметы. Офигеть просто. Офигеть просто. О, боже, я... О, хотя бы... Это лучший день. Сначала зомби-апокалипсиса. Хотя бы немного смогу развлечься. М61А1. Вулкан. Зомби. Паскуды. А вот такого вы не ожидали? Нате, держи. Да. Перегрев. Офигеть. Ах ты, ёб твою. Офигеть. За столько дней я первый раз кайфанул. Может мне сделать тут убежище? Это идеально. Я смогу следить за всем городом через скрытые видеокамеры. Смогу... Пусковые установки. Я даже ракеты, наверное, откуда-то смогу отправлять. Я даже смогу отбиваться от орд. Почему? Почему такой пусковой установки нету вот в том тоннеле? Почему нету в том тоннеле вот такой пусковой установки? Я бы просто сел за нее. И расстрелял все вокруг. Я никак ее 100% перенести туда не смогу. Так. Харе, время тратить. Пожалуйста. Там еще куча. Пожалуйста.
Пожалуйста, чтобы тут что-то было. Ракеты, гранаты, все что угодно. Пожалуйста, мне нужно как-то пройти через эту орду зомби. Я куда? Это показывает на вход. А вот это показывает туда куда-то. 100% было какое-то... А может это очередная база бандитов? Ну, не знаю, ладно. Что тут такое? Нет. Ах, я не верю своим глазам. Я не верю своим глазам. АК-74. Боже, я кайфанул от этой перезарядки. АК. В жопу этот глок. Я теряю слова. В жопу эту снайперку. В жопу этот дробаш. АК-74. Ох, охренеть просто. И две целые обоймы. Офигеть. Ладно. Тут еще что-то... Так, это еще что такое? М18 Смоук. Дымовая граната красного света. Круто. 100% пригодится для какого-то отступления. Почему я сразу сюда в первый же день не пошел в этот полицейский участок? Почему я не догадался то, что в полицейском участке куча оружия? Так, пожалуйста. Две мины. Дымовуха и калаш с двумя обоймами. М67, две гранаты. У меня уже просто нету даже вообще. Я не знаю. Я сейчас в обморок упаду от этого всего. У меня просто нету сил даже удивляться, что я тут нахожу. Пожалуйста, еще одна дымовуха зеленого света. Это реально пригодится. Вот это все пригодится. Так, пожалуйста. Офигеть просто. Ракеты. 90-го калибра. Охренеть, это то, что мне нужно было. Танк. Ты там готовься. Я за тобой уже сейчас приду. Офигеть просто. 12 ракет. Офигеть просто. 24 ракеты. Зомби, вы просто там готовьте свои сральники, то, что я приду на танки и просто разорву вас там всех. Офигеть. Так, тут, может еще что-то тут будет, если будет, я вообще с ума сойду. Книжка. Опять какая-то записка, я даже боюсь вот это все читать. Я даже боюсь стыкать на вот эти все записки. Ладно. Партия оружия. Очередная партия оружия для полицейского участка. Номер партии 669. Часть 1. Военная база 138. Военная база 138. Часть 1. Если это часть 1. Если это часть... Это... Так, сейчас. Мозги кипят. Если это первая часть партии оружия, то значит 100% должна быть где-то вторая. А где вторая? Номер партии 669. Военная база 138. Если кто-то поставлял... Итак, если тут есть партия оружия, которая прибыла с военной базы 138, значит рядом где-то есть военная база. На военной базе 100% еще куча танков, куча истребителей, куча вертолетов. Если я на военной базе смогу найти вертолет, точно. Вот куда мне нужно отправляться. На военную базу, но какая? 138. Мне нужно поискать где-то в архивах, где находится вот эта военная база 138. Нужно пойти в архивное бюро и там что-то поискать, 100%. Только после того, как я проведу, что же там находится в этой конченной секретной лаборатории. Ладно. Ой, не зря я сюда пришел. Но танк... Жди меня. Офигеть просто. 24 ракеты. 24 ракеты для танка.
А это то, что мне нужно было. Просто офигеть, лучший день. Лучший день с начала зомби-апокалипсиса. Тут так, я опять слышу, как кто-то опять эта свинья меня пугает. Лучший день со времени начала зомби-апокалипсиса. Хотя, в принципе, зомби-апокалипсис это вообще не лучшее время. Что я несу? Господи, у меня вообще уже крыша едет. Но сегодня я... как же я рад, хотя бы сегодня узнаю, что же там скрывается в этой лаборатории. Надеюсь, что меня больше там сюрпризов не ждет. Хотя, в принципе, если там на входе были какие-то зомби-мутанты, то не факт, что там дальше их не будет. Еще хуже. Ладно. С Богом, поехали.